Ну, давайте воспользуемся все-таки методом когнитивной психологии, и я вас научу, как правильно все изменить. Как бы вплетем сюда эзотерику, а также грубо переделаем вот такие, наверное, идеи, связанные с Ароном Беком и его когнитивной терапией психологической. Итак, что мы сделаем? Смотрите, вам необходимо сесть. И первое, что представить, будто вы видите какой-либо праздник. То есть вы видите какой-либо праздник в виде того, что происходит. Допустим, там мама с папой вас поздравляют с Новым годом или вас поздравляют с днем рождения. И вы знаете, что так никогда не было. У вас никогда, допустим, не было там ярких представлений, хороших поздравлений. Отец все время плохо относился к маме или не было отца или еще что-то. Что нужно сделать? Нужно вспомнить тот опыт, который у вас был, там, день рождения или Новый год, или еще что-то было так. Хотя очень часто, наверное, не с этого стоит начинать, это как бы отставим на потом. Наверное, если человек вспоминает, то он, скорее всего, будет вспоминать более, чем что-либо, это травмирующую ситуацию. Итак, давайте вспомним какую-либо травмирующую ситуацию. Допустим, вы спите, вас будет от крика, отец с мамой ругается, к вам плохо относится, или мама кричит на вас с вытаращенными глазами, там и так далее. То есть наиболее ранимое, либо насилие какое-то происходит, нравственное, эмоциональное, физическое и так далее. Переживаем это, смотрим мысленно на это и говорим, да, это было со мной. После этого представляем, будто указательным пальцем делаем квадратик, обводим это и как слайд берем вот так, достаем, трясем и выбрасываем в мусорку. И после этого представляем, будто мы видим, как мама обожала отца, она села ему на коленку, там, поцеловала его в щеку, сказала, ой, наша дочь или наш сыночек, после этого вам подарили подарочек, после этого вас обняли. И говорите, с этого момента мое воспоминание будет таким, да будет так. Ангелы мне помогут, это уже придумывая, ну или там, пусть будет так, я видоизменяю данную картинку. Таким образом, вы фактически одновременно убиваете двух зайцев, одного, вернее, убиваете травмирующий опыт, а второе навязываете себе, таким образом изменяете конструкцию трех элементов, это ваше восприятие травмы, вашу идею восстановления, изменение к ней отношения и когнитивный опыт, который хранится в этом месте. Смотрите, что необходимо проработать. Прежде всего, вы должны вспомнить травму, когда вас там заклевывали или обижали там в школе, или там родители, или еще кто-то, и изменить картинку. Да, это было в моей жизни, но я это выкидываю. Теперь было вот так.